Спасайся от жары, не забывайте о предосторожности. Инспекторам ГИМС регулярно приходится напоминать отдыхающим, что вода не прощает ошибок и уж тем более не терпит небрежности. В центре внимания инспекторов Шуйского инспекторского участка – купающиеся и отдыхающие на лодках. В случае с последними все серьезно. Требования к ним такие же, как к водителям наземного транспорта. Документики на судно, будьте добры. На право управления. Права у вас просрочены. 30.04. Просрочены права? Знаете, смотрите, видите, у вас до 30.04.18 года. Штраф за управление лодкой с недействительным удостоверением – 1000 рублей. Есть к владельцу и другие замечания. Номер транспортного средства должен быть нанесен на оба борта. Ну и, конечно, в каждой лодке должен быть спасательный жилет. Заплыв для экипажа плавсредства на этом окончен. Только установив все выявленные нарушения, капитан восстановит подмоченную репутацию. Купающимся тоже не удалось выйти сухими из воды. В Шуйском районе два официальных пляжа. Расположены они по всем правилам вблизи от спасательных станций. И берег, и дно здесь соответствуют всем нормам безопасности. Но отдыхающих все равно, как магнитом, тянет на дикие пляжи. Эти купающиеся расположились буквально в нескольких метрах от моста. Замечание инспектора восприняли агрессивно. Господи, извините, я должна идти. Ну вы с детьми, не переживайте, если он на что-нибудь наткнется, может быть, всякие стекляшки и все такое в воде. Не переживайте за своих детей, очень плохо. Мосты строят, всякая арматура может быть. Когда дети видят такое безразличное отношение взрослых, они и сами не воспринимают воду как потенциальную угрозу. Вот мальчишки веселятся, ныряя в реку с тарзанки. Дно здесь не обследовано, неизвестно, куда приземлишься. Молодые люди, держитесь за реку и здесь больше не прыгайте. Вы не знаете, какое здесь дно. Здесь могут быть коряги. Сейчас нарветесь и утонете потом. Нехотя подростки покидают излюбленное место для развлечений. Но, вероятнее всего, патрулю еще не раз придется прогонять их отсюда. Чуть дальше тоже на диком пляже такая картина. Могли вас, ребят! На одном-то. Если глубоко плавать, кто умеет? Никто не умеет? Давайте к берегу плывите. Вода не место для игр. Это доказывает и статистика. Дети в группе риска по утоплениям. В этом году в Шуе уже был один случай. Утонула девочка, 10 лет. Купалась без присмотра взрослых в необорудованном месте. Обращаясь к взрослым, хочу сказать, чтобы вы следили за своими чадами, скажем так. Для взрослых противопоказания к купанию – состояние алкогольного опьянения. Отдохнуть с удовольствием и не пополнить печальную статистику ГИМС можно только трезво мысля и соблюдая правила. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуйский район.